Дорогие друзья, перед началом просмотра видео подпишитесь на наш новый YouTube канал, ссылка будет в описании под этим роликом. Наши источники из шоу-бизнеса России сообщают нам печальную новость. Вчера вечером из дому в центре Москвы вышел известный российский певец и музыкант Никита Малинин. К сожалению, он до утра домой так и не вернулся. Его ночью искали родственники, а также сотрудники полиции, его мобильный телефон был отключен. Только сегодня, рано утром, из 26-й городской больницы города Москвы сообщили в полицию о том, что ночью к ним поступил мужчина, очень похожий на известного российского певца Никиту Малинина, с серьезной черепно-мозговой травмой. Оказывается, как уже сообщают сотрудники полиции, ночью Никиту Малинина избили где-то за городом. Забрали у него часы, мобильный телефон и барсетку, в которой находилось 200 тысяч рублей. Уже возбуждено уголовное дело, Никита Малинин находится в больнице в тяжелом состоянии. Подробности завтра рано утром на нашем YouTube-канале, друзья.